Добрый день, друзья! Мы продолжаем смотреть на демо-версию игры Outenjo. Это у нас рогалик с маджонгом и очередная попытка пройти на синем уровне сложности. Поехали! Так, главное изначально иметь план и от него не отворачиваться. В прошлый раз нас мог было то, что мы сконцентрировались на сборе чего последовательных сетов, а потом разыграли первым сетом, который идет из одинаковых значений. Это нам сломало всю комбинацию, и это нехорошо. Погубило всю игру, поэтому давайте так больше не делать. 2, 3, 4, 5, 5. Поехали. Так. Дальше тебя убираем. Четыре, пять, восемь, девять. Это может быть и хорошо. Шесть, восемь, девять. Нет. Здесь тоже шесть, семь, девять. Тоже не то. А вот шесть, семь, восемь. Да, в принципе, семь, восемь, девять. Уже неплохо. Давай разыграем шесть, семь, восемь, пять, пять. Будет чуть больше множителя. Так, и продолжаем. 6, 7, 9, не, 5, 6, 7 у нас есть. 5, 6, 7, 9, 9. Окей. Получаем свиток Тайчи, что это позволит нам поменять масть. Возьмем себе книгу леса. Так, в верхней тайле, что у нас содержит семерки, восьмерки, девятки. Окей, возможно, такое мы будем играть. Счастливую семерку давайте возьмем. Нам оно совпадает с той комбинацией, которая у нас открылась, и книга леса. Берем книгу ветров, брать, наверное, не будем. Пока. Пойдем в бамбуковый лес, может там какие-нибудь хорошие семерки попадутся. Здесь, что мы хотим, чтобы оно стало медным? Пятерку за два? А, давай. Так, есть тут хорошие семерки, есть четверка, золотая. Выдает нам доллар. Четверка, вот есть семерка. Давайте семерку возьмем. Просто у нас есть счастливая семерка. Семерка, я думаю, стоит взять. А еще можно взять шестерку и девятку. Девятку уже взять не сможем. Поэтому давай семерку и шестерку возьмем за два. И погнали собирать сеты. Желательно бы с семерками. Да? Желательно бы с семерками. 5, 6, 7 у нас есть. 5, 6, 7, 4, 4. Поехали. Увы, удача пока нам не улыбнулась, но ничего. Мы продолжаем, у нас есть еще 7, у нас есть... Пятерки нету, конечно. А, есть пятерка. Шестерки нету. Так, давайте попробуем поменять. Может быть, сможем найти. У нас, конечно, есть 7, 8, 9. 7, 8, 9, это неплохо. Так, пока нам удача не улыбается, но ничего. У нас есть 6, 7, 8. У нас 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 7, 8, да. Не самое подходящее. Вообще такая комбинация есть. Просто мы ее не разблокировали в этом забеге. Так, еще бы где-нибудь семерку найти, да? А, зачем? Давайте стоп. Возьмем молоточек. И книгу лесов.
возьмем свинку, чтобы получить больше монеток. И книгу гор, например. Так, это позволит нам избавиться от лишнего. Это позволит нам получить, возможно, больше семерок. Попробуем так. О, повезло. В кои веки. Обычно, когда хочу избавиться от тейлов, вот эти вот тейлы нам не приходят. Но в этот раз пришли. За что им большое спасибо. Можем тогда вот так вот избавиться. И, наверное, даже вот так. Теперь красный-золотой. За 4. За 4. Красный-золотой это классно, но дорого. Дорого, поэтому идем дальше. Увы. Так, нам бы с семерочкой играть, да? Семерок пока нету. Но. Есть два таких. Мы их сейчас сразу уничтожим, что они нам впоследствии не мешались. И есть еще 4, 6, 8, наверное, нет. Ой, девяточка нет. 4, 6, 6, 5 не то, что надо. Тройка. Двойка. А, у нас закончилось все. Ну, блин. Надо делать скип. Потому что мы сет-то мы не собрали, а у нас 2-2, 4-4, 6-6, 8. Нет, таких нету. К сожалению, скип. Теряем немножко деньжат. Но 6-7-8 у нас есть. Семерка пока не улыбнулась нам. Ладно. Что у нас есть 7, 8, 9. Отыграли. И что-нибудь еще? Нам, по идее, из точек собирать, чтобы прокачивать нашу свинью-копилку. Либо из семерок. Шесть, семь, это хорошо. Нам бы тогда пятерку еще. Пятерка есть, но не там. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 7, 7. Почему нет? Две семерки. Ну, тут какая-нибудь из них. Нет, ни одна из них не стала счастливой. Жаль. Не умею пользоваться щиптами, давайте их сразу в мусорку. О! Отлично, теперь, когда будем разыгрывать точки, у нас они не только будут идти в свинью-копилку, но еще заодно и в сундук пиратский, что даст возможность получить редкие артефакты. Возьмем себе книгу гор. Разблокируем панги. Возьмем тебя. И пойдем в бамбуковый лес. Поискать семерок. Семерок здесь нет, но есть шестерка. Довольно неплохая. И тройка или двойка, которая будет приносить нам деньги. Что интереснее? Двойку? Давай тройку. Так, кристальный за 3. Ничего мы уже не сделаем. Так, убираем тебя. 5, 6, 7 у нас есть. 5, 6, 7. И точки нам надо собирать. Если собираем сет из точек, это хорошо. 5, 6, 7, 9, 9. Продолжаем дальше. 4, 4, 3, 4, 5. Здесь у нас есть сет. И 1, 2, 3. Здесь. Давай попробуем 3, 4, 5. 4, 4.
Да, целевое значение за каждую красную, конечно, увеличивается. Но что поделать. Там здесь у нас семерка есть. 5, 6, 7. Сможем ли мы собрать без красных пару? Давай попробуем. Сбросы-то у нас еще есть. Ладно, сбросов больше нету. Но, в принципе, 5, 6, 7. Пять можем разыграть. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7. 3, 4, 5 было бы еще. У нас есть 7. 5, 6, 7 у нас есть вот такая. 5, 6, 7. И давай 2, 2, например. Чтобы зря его не злить. Потом смешанный тройной чего получается. Это должно быть неплохо. Да, это 6000. Получаем кисточку. И пойдем книгу леса прокачаем. Так, любой номерной тайл 3, 6 или 9 дает плюс 1 к множителю. Кажется, это который стоит 5 плюс 3. Давайте книгу леса. Книгу ветров, наверное, нет. Что я нам... Хотя про терминал можно сказать. Ну, давайте возьмем. Хотим ли мы сейчас все в точке превращать? Наверное, нет. А вот семерок набрать. Идея неплохая. И вот шестерка есть неплохая. Да, вот так вот возьмем. Дальше. 2, 3, 4 есть. 2, 3, 4, 2, 2. Это у нас реверсивные тайлы. Поехали, возможно, нижняя пятерка, да? Мы ведь не разблокировали. Мы знаем, что такое есть. Окей. 2, 3, 4. Идем дальше. 3, 4, 5. Нам надо для сета еще какую-нибудь парочку добавить. Что можем добавить в качестве пары? Вот здесь есть 3, 4, 5. Давай 3, 4, 5, 3, 3 соберем, чтобы наша сундук и наша коробка со свинкой пополнялись монетками. Поэтому 3, 4, 5, 3, 3, мне кажется, так будет лучше. Окей, и так, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, было бы неплохо. Получится? У нас есть еще одно, 3, 4, 5.
есть 6, 7, 7. Ну, еще 3, 4, 5 тогда разыграем. И 7, 7. И надо разыграть еще что-то, да? Ну, вот можем 5, 6, 7 разыграть. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Это, конечно... Ну, смешанный двойной чао. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А может, сможем что-нибудь поменять? Давай 5, 6, 7, 7, 7 сделаем. Так, больше семерок. Может быть, нам повезет. Хотя один раз нам уже повезло. Но вот больше пока не везет. Увы. 7 монеток. Это мало. У нас, конечно, в копилке уже 20 лежит. Да 10. А, книгу лесов. До 10 возьмем. Тебя тоже возьмем. Ух, тройной номерной панк. И что нам с тобой делать? Пойдем, наверное, сюда, в бамбуковый лес. Чтобы добавить дополнительные тайлы, какую-нибудь вот эту семерку бесплатно. И что-нибудь еще. А, что-нибудь еще уже платно. Его взять не сможем. Пять, шесть, девять не годится. А вот 5, 6, 7 вполне себе. Так, 7, 8, 9. Можем 3, 4, 5 делать, да? Вот как вот применять вот эту штуку? Порядок двух номерных тайлов, говорит, может применять. А, надо просто два выбрать. И тогда можно будет их поменять. Все, я понял. Меня осенило внезапно. Так, 3, 4, 5. 6, 6. Книга ветров. Книгу огня возьмем. Книгу ветров, книгу огня. Нам точно что-то из этого надо? Или мы обойдемся? По панге? Пангами вроде мы не собираемся. Трами тоже? Нет, давайте не возьмем. Отправимся сюда. Один, два, три. Так. Семь, семь, семь у нас есть. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь, 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 семь можем разыграть. Чтобы стригерить максимальное количество семерок. Ну вот хоть бы одна из них счастливой была. Не хочет. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Окей. И...
Идем дальше. Четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть. Он здесь есть 6-7 неплохие. 6-7. Сюда мы еще шами добавить. Хотя 4-5-6-4-4 тоже выглядит неплохо. Плюс добавляет монетки в наш пиратский сундучок. Так, что нам лучше? 1, 2, 3, 4, 5, 6 возьмем. И 3, 3. Будет короткий стрит. Но, в принципе, этого хватит. Может быть, сможем семерочку какую-нибудь еще надо раскопать. Вряд ли, да? 6, 7. Не, боюсь, не сможем. Так, кристальный кинжальчик. Так, каждый красный дает бонус. Отлично, кажется, пришло время забивать свинку. Получаем деньги, которые накопили. И мог эти 13 пиратских монеток тоже разбить. Получит тоже что-то интересное, потому что мы начинаем потихоньку проседать. Давайте за каждый красный. Раз. За каждый кристальный. За каждый красный. Два. Давай разобьем тебя. Что нам дают? Ничего не получаем. Жаль. Надо было, видимо, побольше накопить. Иногда там, может быть, встретить редкие артефакты. Тогда возьмем тебя. Может быть, поздно для тебя, конечно, но... Так, погнали. Ну, красный тайл для нас это хорошо. Семерки тоже хорошо. 5, 6, 7. 7, 7. Вот разыграли три семерки. Но удача нам пока не радуется. Ладно. Не страшно. 5, 6, 8. И что-нибудь более подходящее. 5, 6, 8. 7, 8, 9 есть. 7, 8, 9 годится. И давай две шестерки. А зачем мы тебя взяли, если мы тебя не используем? Странно. Ладно. А по привычке взяли. Как иначе это объяснить? Ладно, 5, 6, 8 все еще здесь. Это не помогает.
Так, семерочка вот такая есть. Это, конечно, хорошо. 3, 4, 5. Это в целом, конечно, хорошо. У нас получается 5, 6, 7. 7, 8, 9. Ну, 3, 4, 5. Да, посмотрим. Блин, а был бы у нас этот сундучок, мы бы столько монеток сейчас заработали. Новые. Так, точки. Точки могут появиться в золотой. А, давай возьмем, пусть будет, у нас место есть. Закупаем книжечки. Пойдем в бамбуковый лес, у нас есть семерки. А, шестерки есть. Здесь что нам из этого может понадобиться? Да, наверное, ничего. Погнали дальше. 5, 6, 9, нет. 5, 6, 9, нет. 6, 7, 9. 6, 7, 7. Уже лучше, но еще нет. Ага. Беда. Надо менять. Но у нас и что-нибудь... Можем в дракона кого-то превратить. Можем поменять значение. Что у нас есть? 4, 6. Пятерка есть? Давай четверку и пятерку поменяем местами. Все, у нас будет 5, 6, 7. Но цветочек нам абсолютно бесполезен пока, раз мы его не прокачиваем. 6, 7, еще одна семерка пришла. Девятка. Нет. Так, 6, 7, 9. Ну, чтобы восьмерка. Есть 3, 4, 5. Вот давай 3, 4, 5 соберем. Хотя у нас есть 6, 7, 8. 5, 6, 7. Есть 6, 7, 8. А потом, может, сможем сделать 7, 8, 9. Так, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8 и 7, 8, 9. О, у нас куча семерок. Очень много семерок. Окей. Надо было, видимо, переключаться уже на панги. С таким-то большим количеством семерок. А сможем ли мы... 7, 8, 9 сделать. Сюда вот еще одну бы как мы добавить. Вообще, если мы найдем восьмерку. Если бы мы нашли восьмерку, а восьмерку мы не найдем. Увы. Увы. Тут с этим мы ничего не сможем делать. Не, можно, конечно, сделать 7-7-7-7. Это даст нам Тайлхок улучшенный. Но мы по конгам не прокачивались, поэтому так лучше не делать. 5. Уж у нас же 5, 6, 7 есть. Ну и 5, 6, 7. 7, 7. Вполне себе комбинация. Ну а 7, 8, 9 может еще соберем. А собственно, зачем нам собирать, если нужное количество мы уже набрали? Скип.
молоточек, чтобы избавляться от ненужных тайлов. Может быть, так от масти избавиться от одной, которая нам не нужна? А какая масть нам не нужна? Да, есть у нас масть, которая у нас не нужна. Да, в принципе, наверное, нету. Хотя бы вот от этих можно избавляться. Но их надо будет все равно разыгрывать. Ну, давай возьмем. Агатовый. Ну, давай тебя. Золотой. Давай тебя. Красный. Тебя. Так, 5, 6, 7. Есть 6, 7, 8, 9. Отлично. Ну и 6, 7, 8. 5, 6, 7. 7, 8, 9. И 6. Нет, у нас 6, 7, 8. Ладно. Шесть, восемь, девять есть. 5, 6, 8, 9. Это хорошо, но не то. 4, 5, 6. Вот. 4, 5, 6 есть. Ну, 4, 5, 6, 9, 9. Вот так возьмем. Так, и 4, 5, 6 можем взять так. Восемь, восемь. Нам этого хватит, но хотелось бы семеркой, да, поставить. 6, 7, 8. 6, 6. Может, каждый раз, когда мы разыгрываем точки, есть шанс, что они станут золотыми. Не стали. И семерка тоже не стала. Жаль. Ну, девятку давайте возьмем. Остальные, наверное, нет. У нас пока все пятерки собираются. Если в каждом сете, в каждой руке мы можем держать хотя бы одну пятерку, это будет неплохо.
Ну, например, вот так. 6, 7, 8, 5, 5. Ну, это не считается. Это не считается. К сожалению. Потому что пара-то у нас уйдет. А 6, 7, 8 останутся. Да, попробуем как-нибудь 5, 6, 7, 8 сделать. Пожалуйста. Можем увеличить значение, да? У нас шестерки. То есть тут увеличивать-то особо некуда. Риса можем взять, будет 3, 4, 5. Во, давай сделаем так. 3, 4, 5. А что, не считаешь, что у нас везде пятерки только одни? Есть же пятерка. Здесь пятерка, здесь пятерка, здесь пятерка. Че, он нам не стал отдельно считать это? Странно. Ладно. Надо было вот эту шестерку взять. О, это хорошо. У нас красных тайлов много. Давай тогда вместо, наверное, вот тебя возьмем. Шанс превратить в золотые точки, это, конечно, хорошо. Но денег у нас много. А вот очков хотелось бы побольше. Поэтому давай обменяем. Так, кристальный. Кристаль нам нужен. У нас как раз есть кристальный кинжальчик. Поэтому возьмем тебя. Еще один кристальный. И еще один кристальный. Класс. Давай. И синий агатовый. Так, в бамбуковом лесу мы возьмем себе что? Красный, наверное. Шестерку и вот эту восьмерку. Все, поехали. 6, 7, 8. И нужно пару взять. А пары нету. Давайте сейчас поищем какую-нибудь пару. Так. После того, как мы посчитаем, он будет коррумпировать наши тайлы. Всем бы надо как можно быстрее бы разобраться по-хорошему. Шесть, семь. Шесть, семь, восемь и что-нибудь еще. Семь, семь. Я не хочу семеркой коррумпировать. Но, похоже, придется. Поехали. Так, это у нас 6, 7, 8. Ох, ох.
3, 4, 5 сможем? У нас есть 6, 7, 7. Много семерок. Много девяток. 4, 5, 6 есть. Окей. Я думаю, в следующий раз мы должны набрать. Так, у нас есть 4, 5, 6. 6, 7, 8. 4, 5, 6 можем здесь собрать. Поехали. Нет, не соберем. Надо еще один сет. Эх. Так, у нас есть 4, 5, 6. 4, 5, 6. Есть 6, 7, 8. Если мы сделаем еще 6, 7, 8. 6, 7, 8, да? Ну и попробуем. Ваши 6, 7, 8. Мы, конечно, еще 4, 5, 6 сделать. Это смешанное двойное чего. А если мы сделаем 6, 7, 8? И что? Дай нам какую-нибудь пару. Во. 6, 7, 8, 2, 2. То отзеркаленное чоу будет редкое, плюс 58. Фух. Собрали. Получаем молоточек. Книгу леса берем. Так, еще одна книга леса. Нужна ли нам кисточка? Шанс случайно раскрасить? Это неплохо, конечно. Но нам некуда. Рада, что против вместо тебя. Я для этого хотя бы уже 12 фана. Наверное, нет, не будем. Куда? В бамбуковый лес? Либо к тебе, чтобы забрать больше расходников. А, давай бамбуковый лес. Так, что мы хотим убрать? Ну, сколько у нас скоро крапченых тайлов-то? Кроме веселого ничего не предлагает. Потом обойдемся без этого. Так, сколько у нас крапченых? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ой-ой-ой. Нам нужна штука, которая убирает все испорченные тайлы. Но ее еще надо найти. Вообще, мы где-нибудь семерку найти, но семерки тоже нету. Что ж... А что делать? 2, 3, 5, 6, 9. Так. Не, мы, конечно, можем прибавить. Тогда...
5, 6, 2, 4, 5, 6 можем сделать. Вот так. Все лучше, чем ничего. Ну, кстати, кубик мы уже можем заметить на что-нибудь более веселое. Так, скидываем тебя, потому что ты скрапченные очков нам не принесешь. Четыре, пять, шесть, да? Один, два, три можем сыграть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, да. Давай. А почему он не хочет? А, ну потому что... Потому что у нас не один, два, три. У нас два, три, четыре. Давай пробуем немножко поменять. А у нас сбросов нету. Ну давай два, три, четыре. Либо... Есть что-нибудь... Семь... Шесть, семь, девять. Не то... Не, может, конечно, использовать еще один маркер. Но он нас-то не спасет. Хотя 2, 3, 4. Вполне себя спасает. Не знаю, есть ли в этом смысл. Таким образом тратить расходник. Так, у нас есть 6, 7, 8. 2, 3, 4. 4, 6, 7. 7, 8, 9 можно, конечно, взять. А здесь есть 7, 8. Так, мы помним, 6, 7, 8 или 7, 8, 9? 6, 7, 8, наверное. Не, хотя 7, 8, 9 лучше. 7, 8, 9 лучше. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще бы 1, 2, 3 набрать, да? А, ну, 1, 2, 3. Но, увы, этого не хватает. У нас 1, 2, 3... 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А что у нас нету? То самое чоу, который... Да, у нас нету стрита, который не чистый. К сожалению. Увы. И мы не набрали очков. У нас куча отходников осталось. Но это конец. Мы разблокировали нефритовое зеркало. За то, что мы собрали сет из отзеркаленных чоу один раз. Плюс ледяную кирку. Был смешанный сдвинутый чоу. Окей, плюс сумку для путешествий. Отлично, да еще и нейлоновую веревку редкую собрали. Окей. И статуэтку демона. Три раза победили бессердечного. И еще и синий кристальный шарик. Все простые 144 раза активировали. Отлично. Ну а на этом давайте завершать. Большое спасибо за просмотр и увидимся!